Детский сад «Чебурашка» хоть и не стоит на первых рядах в Улан-Удэ, однако родители детей отмечают особую атмосферу внутри сада. С выбором сада мы сначала колебались, но потом все-таки решили идти в «Чебурашку», хотя живем достаточно далеко. И когда пришла путевка для второго ребенка, нам дали другой сад, малыш. Но мы все-таки настояли, чтобы нас взяли сюда. Мы ходим с удовольствием в наш садик. А наш садик небольшой. Очень нравятся нам наши воспитатели, наш персонал. У нас отличные повара, заведующие Галина Ивановна. То есть у нас все замечательно. Чебурашка уже как 19 лет под крылом Галины Беловой, заведующей детсадом. Все это время Галина Ивановна хранит традиции садика, как зеницу ока. Мы воспитываем в детях, даем знания, умения, любовь детям, воспитываем успешных людей. И хотим, чтобы наши дети выросли настоящими людьми, личностями. 55 лет для детского сада – немного, однако, по словам воспитателей и гостей юбилея, запала заботиться о детях, садику еще хватит как минимум на полвека. Мы, как СМИ, всегда, особенно СМИ, которые рядом с вами находятся, всегда с большим вниманием стараемся относиться, всегда готовы вас поддерживать, рассказывать про ваши успехи, про ваши достижения, иногда говорить о ваших проблемах, но не дабы покритиковать, а дабы помочь как-то вам. Я понимаю, как даже, может быть, не понимаю, какой тут труд, потому что, представьте, воспитание достойного будущего гражданина, потом школа, потом вуз, да, вот, и все начало здесь.